Расскажи, чем-нибудь тебя удивил сегодня Мертесин? Нет, я уже, мы в Кубке Лиги. А нет, мы в Лиге, в СФЛ встречались уже, и в общем... Нет, я знал эту команду, я знал, что нас не ждет серьезное сопротивление. Поэтому мы катали пятого игрока, даже не имея вратаря. А, ну все-таки какая-то была установка на эту игру? Нет, ну я перед игрой сказал парням, чтобы они не получали лишних желтых, чтобы в плей-офф не было проблем. Но все-таки вратарь получил красную, что обидно, у нас всего он один. То есть в итоге придется в плей-офф начинать катать с пятого? Да, и нам попадется команда с первой корзины, и у нас, я думаю, возникнут проблемы с этим. Кого хотел бы, чтобы с первой корзины достался? Я не знаю, кто выходил, но... Даже не знаю. Хотелось бы на интересную мини-футбольную команду попасть, вроде, не знаю, «Союза».